Дорогие зрители, это новый ролик по Clash Royale. Посмотрите на мои кубки, ребята. У меня 6000 кубков. Вчера на стриме просто такая жара была. Я запустил стрим, когда у меня было 5800. И мы очень уверенно поднимали трофеи. И рекорд у меня 6076. Мне два раза оставалась одна игра. Я ненавижу такие моменты, потому что это случается со мной очень часто. Я уже не знаю, сколько роликов на канале у меня, где оставался один кубок. Но один кубок — это прям вообще супер эпик неудача. Ну, а когда остается одна игра, и ты начинаешь сливать, это, я думаю, не только у меня. Напишите в комментариях, у кого такая же ботва, блин, что ты пытаешься поднять последние там, ну, допустим, 100 трофеев. И эти 100 трофеев просто, ну, никак не идут. И ты не можешь, блин, добраться до той лиги или до той арены. Короче, у меня то же самое. И, блин, два раза и я не смог подняться. Я сейчас вам покажу крутые поединки, которые были. И сделаю одну онлайн-атаку. Даже если я эту онлайн-атаку проиграю, ничего страшного, больше я не буду играть. Всего лишь одну каточку. Мне просто не терпится. Я хотел просто показать повторы, но у меня, не знаю, какая-то ломка. Я хочу сыграть, я хочу уже доапать 600 кубков и стать большим чемпионом, потому что это моя цель. И когда я добьюсь ее, я поставлю себе за цель поднять 6400. Многие сомневаются в этом, но я все равно буду ставить эту цель и достигать ее. Значит, смотрите, моя колода выглядит, ну, все та же с големом. По поводу поединков, на самом деле, очень много разных боев, которых бы я хотел вам показать, но, к сожалению, они уже недоступны. Вот против мега-рыцаря, я помню, вот на стриме кто был, те помнят, какой эпичный бой был. Там реально на микро-моменте я затащил уже, ну, просто это считается мне контроль, не знаю, мне так кажется. И я удачно выпустил пушку, и у соперника не было то ли эликсира, то ли мега-рыцаря в цикле, и я снес вышку. А там целый поединок я проигрывал. Потом еще, не помню, где-то против варваров, там тоже какой-то крутой поединок был, там 4 хп у меня осталось, ну, очень крутые были атаки, к сожалению, повторы недоступны. Что осталось из доступных крутых? Ну, смотрите, я выиграл такого игрока, как, где он? Вот, Chief Pat. Это был предпоследний бой, я думаю, что такого игрока и ютубера вы должны знать, Chief Pat или Chief Pat, не знаю, как правильно, это он, это не фейк. Давайте против него посмотрим. У него колода с пекой. Ну, вообще, по идее, считается контрольнее. Но хз, он как-то не очень играл. Не знаю, играл ли это он или нет. Это такой ютубер, кто не знал. Снимает там ролики по Clash Royale или еще что-то, по-моему, и пуп сейчас снимает. Не знаю, сколько у него там миллионов подписчиков, но он достаточно популярный. По-моему, он является официальным ютубером Clash Royale. Ну, честно, я не сильно там слежу за ним, поэтому без понятия, может, эта информация уже устарелая. В общем-то, колода с пекой и с шахтером. Ну, здесь самое главное — это не пропустить очень жесткую связку там с шахтером. И, ну, были такие моменты, где я играл против пеки и проигрывал в основном тогда, когда шахтер там связки с миньончиками, там с бандиткой, с призраком заходил. И я неправильно дефался, пропускал очень много урона. А пропустить лишний урон, даже несколько тычек, может решить весь поединок. Потому что, как происходит игра на таких кубках, в основном пуш не получается сделать жесткий ни мне, ни сопернику, потому что, ну, блин, здесь играют нормально и дефаются соответственно. Поэтому нужно как-то хитрить, наносить урон постоянно заклинаниями, и соперник, возможно, сам того не понимая, что я вот постепенно сношу, и в конце я все равно его добью тем же пойзеном там или бревном, да, к примеру. То есть такие моменты очень тащат, особенно против пеки. И вот в этом поединке, собственно, так и произошло. У меня не получалось, конечно же, сделать пуш и сразу снести вышку, хотя и такие были моменты здесь в глобале. Значит, кого вообще мне проще всего выигрывать? Это мортира без заклинаний. Если нету ни ракеты, ни фаербола, мортиру я вообще не парюсь, потому что она ничего не может мне сделать. Я не знаю, каким надо быть криворуким, чтобы проиграть мортире, хотя не буду зарекаться, потому что я все-таки могу проиграть. Это, конечно, еще все зависит от того, какая ситуация. Могу затупить, это тоже, я не застрахован от этого, и вы тоже. Я думаю, что все мы люди. И вот, к примеру, вот банальный этот пример. Играл я против мортиры и проиграл из-за того, что соперник ставит мортиру слева там, да, к примеру, атаковать. И мне остается, я весь бой лидирую, выигрываю. И вот наступает двойной эликсир, и я должен его сейчас пропушить. Он ставит мортиру, он допускает грубую ошибку, но я делаю еще хуже. Я ставлю голема, и у меня соскальзывает палец сенсора, и голем ставится не на ту клеточку, которую надо, и мортира не агрится на него. И все, вот такая вот ошибка, и уже
исход поединка совершенно другой. Поэтому на таких кубках тут очень важно быть максимально сосредоточенным и ни в коем случае нельзя растеряться, потому что, ну, по сути, ничего сложного нету. Играешь, как обычно, да, если знаешь, что делать, ничего сложного нету. Но я всегда переживаю, потому что, блин, для меня это рекорд, и я никогда не был на 600, и, конечно, хотел бы здесь побывать. Я не знаю, как я буду сегодня апать на стриме 600 кубков, потому что я предполагаю, что сегодня именно последний день, и сегодня именно будут все топы подниматься выше. Потому что я посмотрел в рутоп, очень много тех, кто на 6400 сидел, сейчас сидит на 5900. К примеру, тот же Арт, я думаю, знаете такого игрока. Он сейчас сидит на 5900, ну, по крайней мере, с утра я смотрел, не знаю, где сейчас. В прошлом сезоне или в каком-то на 6400 был. Поэтому он будет сегодня тоже подниматься, и помимо него еще будут игроки апать кубки. Поэтому мне будет, наверное, вдвойне, втройне сложнее, чем было вчера. Но я очень надеюсь, что у меня получится все-таки поднять 6100. В общем, я сейчас сосредоточился. Одну каточку хочу провести в онлайне. Вы меня поддержите. Поехали, друзья, в бой. Приходите сегодня на стрим. Даже если я сейчас солью эту катку, то ничего страшного. В принципе, мне надо будет сыграть, ну, 4-5 поединков. Это не так много. Тем более, я и не понимаю тогда, если я сейчас сделаю... Я на самом деле не знаю, как правильно делать, но сделаю так. Если даже мне оставалось бы 3 катки, да, допустим, до 6100, то если бы я их сделал на стриме, к примеру, без поражений, то все, стрим бы закончился. Поэтому даже если я проиграю, но даже к лучшему, на стриме будет больше атак. Но я не хочу проигрывать. Это 3 мушкетера, друзья. Осталось только сейчас определить 3 мушкетера. Так, с чем? С гигантом, с големом, с шахтером. Так, ладно. Как мы сейчас поступим? Скорее всего, будет гигант сейчас слева. Гигант, таран. Нет, просто таран. Таран я, к сожалению, пропускаю. Вот. Но я буду дефаться еще вот так вот ведьмой. Блин, придется еще сливать бревно, потому что придется. Фак. И получается, я что-то не то сделал, да? Потому что голем все-таки к вышке не дойдет. А нет, к вышке он дошел и взорвется возле вышки. Но мушкетерку я пропускаю. И до хрена урона опять же наносит мне этот парень. Я выпускаю пушку. Он сейчас банду гоблинов, скорее всего. Ага. Ага, я определил, что за колода. Там нету гиганта. Да фак, капец, пацаны. Просто мне приходится еще торнадо сливать, потому что ледяной голем на себя весь урон забрал. По эликсиру, видим, я проигрываю. Я трачу пойзан. Хотя, может быть, сейчас бы Фурия со мной не согласился и сказал бы: ставь голема налево. Кто помнит, когда вчера на стриме, блин, Фурия мне одно говорит, я делаю другое. О, что ты делаешь? Так. Да, я знал, что так будет. И, к сожалению, это, скорее всего, минус башня. Да. Но дефать надо было, иначе бы 3 короны снес бы мне. Ну смотрите, еще не все потеряно. Двойной эликсир сейчас, мне будет немножечко попроще, но мне надо прокрутиться до дракончика. Еще момент, он сейчас будет слева тоже какую-то атаку делать, по-любе. Потому что там 2 мушкета. Да, вот. Ну я выброшу здесь пушечку и кину бревно. Кину бревно, здесь дракончик будет. Так, ну, в принципе, на изи, да, задефались. Здесь давайте мегаминьон. Все, его ошибка была в том, что он попер на 3 короны. Потому что, ну, блин, он всех юнитов практически туда слил. Так, самое главное, сейчас 3 мушкетов не пропустить, отлично. Так, ну, что ж, ставим голема вот сюда, потому что там 2 мушкета. Жаль, я ночную ведьму слил. Так, сейчас будет таран, вся херня. Так, здесь у нас дракончик пойдет. Так, я бы был рад, если бы пушка сдохла и таран врезался именно в нее. Да, по-моему, так и произошло. Здесь мегаминьон. Я не знаю, Пойзен сливать не буду, наверное. Блин, много, пока что много урона. Так, здесь торнадо используем. Здесь используем пушку и используем бревно. Пока что не очень. Блин. Я еще одну каточку пойду. Вот самое главное, это не заигрываться и не словить тильт. Потому что если я сольюсь там, к примеру, ниже, чем 5800, вот это уже будет очень трудно вернуть. Вот пока что я сейчас еще сижу нормально, еще шансы у меня есть.
Блин, я мог, конечно, урон и повышки нанести бревном. Так, ладно, это, скорее всего, тоже что-то. Три мушкета, либо, не знаю. Да, блин. Я не люблю, когда такое западло. А я считаю, что это западло, потому что, смотрите, получается как? Я проиграл трем мушкетам, и мне глобал подбирает снова трех мушкетов. Не знаю, может, это совпадение, бла-бла-бла. Так, ночная ведьма. Сейчас ордамух будет. Давай ордамух. Отлично. Но тут уже три мушкета с гигантом. Тут уже немножко посложнее. Но пока что вроде неплохо. Блин. Эти миньончики убьют, да? Убьют дракона? Плохо. Вот это плохо. Так, смотрите, у него сейчас походу нету тарана. Да, отлично. Поехали. Поехали. И бревно на банду гоблинов. Предикт? Предикт? Ну, предикт. Такой себе предикт. Такой себе предикт. Так. Ну что делать в таких моментах? Poison. Ночная ведьма. Просто жесть. Ну, вроде задефался. Фух, как же я ненавижу трех мушкетов. Я всегда теряюсь. Вот этот сплит идет. С двух сторон атака. Вы увидите, как я по эликсиру просел. Как только я поставлю голема, сразу же начнется атака на меня с гигантом. Ну ладно, ставим голема. У нас как бы выбор не сильно большой. Нам по-любому его надо ставить. Ну и сейчас будем дефаться. Так, окей. Так, как бы его... давайте пушечку. Пушечку, так. Хорошо. Здесь дракон. Здесь дракон. Здесь poison. Так, здесь ночная ведьма. Здесь мега миньон. Блин, жаль, нету разряда. Вот жаль, тупо жаль, что нету разряда. Так, ну смотрите, я, по-моему, вышку забираю. Да, по-моему, вышку я забираю. Так, здесь дракон. Но мне кажется, что я ее и потеряю сейчас. Хотя, не знаю, посмотрим. Сейчас таран еще должен пойти, по идее. Смотрите, либо три мушкета сейчас с середины. Я угадал. Это прям просто... Это просто банально было. Точнее, предсказуемо. Это не банально, это предсказуемо было. Но еще 11 секунд. Так, еще немножко, еще немножко, еще немножко. Давайте, давайте, торнадо. О, господи, я затащил. Это было сложно. Это было очень сложно. Плюс 30 трофеев. Все, я вернул 6к. Приходите на стрим. Ой, будет сложно. Будет сложно. Но я надеюсь, что... Надеюсь, что подниму. Я надеюсь на вашу поддержку. Спасибо вам всем. И скоро увидимся. Увидимся на стриме. До новых встреч. Сегодня еще будут ролики. Пока.